Ну, самой большой радостью, ну, во-первых, я советую, желаю каждому человеку найти себя. Просто найти себя в жизни. Это самая большая радость, когда ты занимаешься тем, что тебе очень нравится. Когда ты идешь на работу с удовольствием, когда ты каждый день думаешь о том, что ты делаешь и что будешь делать завтра. Это самая большая радость. Понятно, здоровье, конечно. Ну, для этого нужно заниматься своим здоровьем, да, и здоровьем своих близких. Вот, пожалуй, это самая большая радость. Я не знаю, что может быть радостнее того, что мне сейчас на голову что-то упадет. Вот радость не упала. Вот видите, я уже радость. А значит, да, абсолютно. Мне кажется, самая большая радость, когда человек нашел себя в жизни. А для этого нужно об этом задумываться чуть раньше. Чуть-чуть пораньше, когда... Я не знаю, в школе, наверное, учишься, уже нужно мечтать о чем-то, уже нужно что-то себе придумывать. Опять же, родители влияние должны оказывать, да? Ну вот, на меня оказали, слава богу. По крайней мере, в плане спорта. Я не хотел заниматься спортом, но навязали мне. У меня во дворе все бегали, гуляли с утра до вечера, и мне хотелось... бегать и гулять, лазить по каким-то заброшенным стройкам. Но меня отвели на стадион ЦСКА и заставили заниматься спортом. Я сейчас, господи, как я благодарен своим родителям за то, что они меня вот так вот заставили. Говорят, нельзя заставлять детей. Нужно обязательно, но нужно заставлять в каких-то направлениях таких более лояльных, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу ребенка. Вот и все.